В жопу интро, приступим. Так, что за херня? Почему ты комментарий не пишешь? Ну-ка, быстро зашел в комментарий и написал комментарий. А мы продолжаем проходить Данлайт Хеллрайт. Или Хеллрай. Короче, хрен его, пиздуем в ад дальше. В прошлом бою мы собрали сокровища, только нахрена они нам нужны? Ой, мудозвон, опять электричество. Так, на этих хрен с ним овощи. Вот это вот отпиздить надо сразу. Потому что, сука, как они меня бесят. Вот этими овощами тут, в принципе, делаешь. Нет сложного. Все. А, здесь нам типа предлагают паркуром обойти. Так, ладно. Паркуром так паркуром, я понял. Нихера не понял. Либо я не прыгнул. Ну, я вроде бы прыгнул. Либо что-то пошло не по плану. Так. Не говорите, что мне, что я дебил. Может, туда надо было? Ага. Все, я понял. Все, я дебил. Я понял. А там что такое? Так, я теперь не успокоюсь, пока ту хрень не заберу. Спокойствие. Только спокойствие. Так, здесь надо было с разбегу мне дать прыжок. А. Всего лишь хилка. А я распаниковался. А, да он же встал. Ну что ж ты делаешь-то, а? Пизду ему, блядь, короче, в ад. Значит. Хрен пойми зачем. Постой. Зад должен быть где-то неподалеку. Осмотрись вокруг, возможно, что-нибудь увидишь. Что я могу, кроме стен, увидеть? Цик-цик, спать на. Должно быть вот так. Так, давайте. Наконец-то я применю бочку. Еще шум привлекает мутантов. Да ну, правда что ли? Так как спуститься-то? Значит, прикола не понял. Мне что, типа предлагаете только падать? Ну ладно. Хрен с ним, допустим. Так, давайте с этими разберемся. Так, ну давай. Так, в чем смысл этого режима? Да я ж начал уклоняться. И опять ты какой, а? Так, ладно, у нас есть что-нибудь такое? Зелье выносливости. Кислотная фляга. Как же он меня заебарил-то? Мудозвон несчастный, блин. Ой, пиздуем, брат, пиздуем, пиздуем, пиздуем. Что еще нам поделать? Сука. Так, у нас сейчас какое зелье?
Понял, зелье кислоты у нас сейчас. Зелье выносливости, зелье силы нам нужно. Он, в принципе, туповатый. Все, вынесли его. Они... Только не подумай, что я могу сами в нее угодить. О, синенький склавещий скипетр. Так, у нас два синих. 907. А это топор. Вот так вот делать некрасиво. Когда открываешь дверь, а тут стоит такой. Сука, клинок говняный дали. Подожди. Все, что ли? Мне нужно было его ушатать. Так. Продолжим свои поиски. Да ешь, уклонился. Все. А то какие, сука, махают здесь мне тоже. Умные, блин, смотрю, нашлись. Башка скелетика. Так, ты где-то там стоит. Ты совсем близко. Зелье. Красиво. Красиво не поспоришь. Но сейчас мне могут красиво тоже ответить. Лох. И сиди там. Понял, пес несчастный. Да вы идите в жопу. Как вы уже запарили, а? Да, блядь. Может, ты встанешь уже, а? Так, сейчас нужно восстановиться. Конечно же, облутать чувачка. Этого вот сюда так выманить. Все. А то эти щитоносцы меня выбешивают. Козлы несчастные. О, зловещий скипетр. Это хрень какая-то. Я не думаю, что у нее есть там ПДПМ, всякое такое. Зелье восстановления. Какие-то чертежи. Почему бы нам не спиздить чертежи? А. Все кислотные фляги. Так, откуда они вышли? Они вышли отсюда. Здесь зелье хила есть. Сука, опять сундук не хочет открываться. Может, потому что... Такое тоже может быть. Так понимаю. Зловещий скипетр. Он целый у нас. Так, оглушительная фляга, взрывная фляга. Так, зелье скорости. Давайте вот тут выбросим, они вообще тюркены эти ненужные. Уу, меч разбойника. 730. Вместо этого поставим. Все, я понял. В таких местах, короче, где не берется, значит оружие лежит. Все, сорян за тупость, братва. Понял, дошло. Дошло, зря я нуд. Минус два? Нет, минус один. Все, я быстро дал. Дал дома, дал ушел, как говорится. Так, я выпустил кракена. Блять. Все, лежать.
Блин, он такой слабенький, мне его так жалко. Пока это доползет до нас. Нету кракен. Мы здесь уже активируем. Сюда мы не можем. Ой, вот он ползет. Да я ж нажал уклонение. Вставай, кусок говна. Давай. Все. Выбесил меня мудозвон, сука несчастный. Так, эти кислотики уже тоже, смотри, такие слабенькие стали. Так, ладно, здесь нам сверху больше. Нормально. Нормально, нормально живем. Пока мы пройдем вот сюда. По-быстрому активируем вот это вот. Давай, успели. Охренеть, стая скелетов. Все, их охренеть тут нечему. Так, откуда они вышли? Здесь должна быть награда. Оглушающая фляга. Так, целебное зелье. И все, что ли? И все? Так, вот это возьмем. Гнилой клинок, я не думаю, что стоит. Так, это тоже возьмем. Вот это вот так вот. Топорик я не думаю, что стоит брать. Хотя, может, и стоит, хрен его знает. Так. Этот еще живой. Вот этот не живой. Его и разберем. Так. Запись, запись, запись. Человеческий скипетр. Поставим. Так, что у нас по записи? По записи. Запись, запись идет. Меня вот хорошо слышно. Вам нравится звук или его настраивать лучше? Получше там что-нибудь допилить или четкий. Лежать, 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 лежать. Вот ты, сука, ты что руки распускаешь? Минус. Все нормально. Так, в них может быть аптечка, поэтому я думаю, их стоит облутать. Так, ладно, 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 ладно. Че, опять паркур? Ну да, опять паркур. Так, а как нам залезть? Страж, я уже сталкивался с ним. Не позволяй им коснуться тебя. С каких пор нам сатана помогает? Кто-нибудь может мне объяснить? Страж какой-то говорит там. Сталкивался с ним. Это вообще... Законно то, что сатана помогает человеку. Как по мне, это незаконно. Найти камеру какую-то. Ага, еще и сама открылась. Так, поговорить с узниками. Ух, я чувствую, это новый босс, да? Так, что там, кишкодер? Надо забрать. Так, вот так надо. Вот так я хочу. Я хочу сделать фото. Вот это вот превьюшечка, как мне отличная будет. Так, давай так. Один зелье силы у нас стоит. По хп у нас нормально все. Или можно даже вот так. Ну-ка, если сесть. Во, самый ништяк. Так, ладно, встаем. Спокой. Сколько лет я ждал этого момента. Освободи меня. Разбей кристаллы. Какие кристаллы? А вдруг ты мне пиздишь? Вдруг ты меня наебываешь?
Так, ты что делаешь? Просто перелезь. Кто? Бинди кристалл. Так, сквозь это я могу спокойно бегать, да? А как я тебе его разобью? Так, я не понял, такс. Я конкретно сейчас прикола не понял. Ты мне здесь где-то дверь открыл? Подожди, какие оковы твою душу? Ну-ка, у меня инвентарь есть что-нибудь? Вот эти вот. Блин, зелье выносливости было, ладно. Так, ладно. Ой, не то сделал. Нет, так его не разобьешь. Ну, я так понимаю, мне нужно куда-то идти. Где-то, значит, дверь открылась. Так, а чё, в чём прикол? Подожди. Ты откуда? И ты откуда пришел? Так, подожди. Вот опять ты откуда здесь? Здесь же дверь заперта. Может тебя ушатать? Для Тьфу, блядь, слепошарая лень. Сорян, ребята. Ну вот кто, скажите мне, здесь ее заметит? Вот объясните, кто может здесь заметить? Вот не пизди, не говори только, что ты с первого раза заметил. Я же знаю, что ты пиздишь, что ты нихера не заметил. Еще ты скажи, что с первого раза сюда запрыгнул. Я тебе не поверю. Врешь ты все. Так, боевой молот нам дали. Не фиолетовый, но тоже круто. В принципе. Так, ладно. Так, нормально. А они где? Так, они где? О, монетки. Так, я хочу проверить. Зелье силы. Ага, значит, действует такой курон. Так, зелье скорости, боевой молот, оглушающая фляга. Зелье скорости. Вот, взрывающая фляга нам нужна. Так будет, мне кажется, безопаснее его долбить. Если я сейчас слазю, слезу, я получу пизды, мне кажется, очень сильных. А мне этого бы не хотелось. А я вот не понял, как те мудаки-то смогли выйти. Все, нормально, разбили. Ты свободен от одной оковы. Так. Там был сундук. Так, нормально. Понял. Так, ладно, зелье силы, вот оно.
не то мне нужно, вот это вот мне нужно. Так, ни одного заряда выносливости хватает, чтобы вынести громилу. Здоровенького. Так, все нормально. Так, освобождаем его от одной оковы. Я так понимаю, эти будут ползти и ползти до бесконечности, да? Нет, уже посильнее пошли, я смотрю. А кто это под оковами вообще лежит? У меня же есть предчувствие, что нам сейчас придется его... Что нам его самим придется вырубать. Зато, блин, мы здесь обои прокачали, пипец. Мы на волю выйдем, вообще мастерами будем. Кунг-фу будем заниматься, кунг-фу панды всех зомби пиздить. Они же там будут такие же слабенькие. Да, только выживаемость и паркур, конечно, у нас на низком уровне, но все же. Все же, почему бы и нет. Так, вот еще у них есть. Так, у них вот может быть, наверное, что-то ценное. А может быть и не может. Так, ладно, вот он. Так, вот. Вот. Здесь сундучок должен быть. Так, все, в ту часть я также понял. Он сейчас решетки нам сломал в одну, потом в другую. Типа пизду, пиздюк, а я... Хорошо, осталась еще одна. Освободи меня, и я перенесу нас отсюда. Рядом есть портал. Он дремлет, но я могу пробудить. Будь наготове. Хера себе. Так, ладно, бирч кристалл. Вот здесь вот еще понятно, куда идти. А не то, что, блин, там твою душу. Так, здесь вверх. Здесь тоже понятно, в принципе. Хотя, может, мне было бы и непонятно. Так. Фу, блин. А что, я зачем так мучаюсь? Зачем я так далеко запрыгнул, когда можно было вот здесь запрыгнуть? Меня опять наиграли. Пацаны, меня опять наиграли. Что за дела такие? Так. Я типа здесь могу открыть? Или типа не могу я здесь открыть? Так, а в чем прикол? Ну я ж вроде бы иду. Здесь в любом... Здесь нет решетки. Так, а почему я сразу не мог зацепиться? Так, давайте по тому же методу. Кислинная фляга. Окей. Кислинная, я так понимаю, вообще не сносит. Кристаллу ничего. Так, зелье скорости оглушающая фляга. Так, потом зелье выносливости. Так, кислотную флягу сменим тоже. Так, блин, я как обычно не вовремя кинжалы выкинул. Но она вроде бы сносит им понемногу. Так, ладно, одну промазал. Так. У нас есть что-нибудь еще метающее? Зелье скорости есть. Нахрена на зелье выносливости? Кислотная фляга есть еще. Давайте кинем в кучку. Так, здесь нигде нет сундука. Мне это жалко. Зелье силы, вот он. Подожди, а где зелье скорости, зелье силы, зелье выносливости? А я что не поставил так? Кислотная фляга. Ну чё ты машешь-то, а?
Так, они подо мной, да, большая часть? Большая часть из них подо мной. Так, дохните, козлы. Так, все, нет у нас. Надо зелье силы. Ой, блин. Вот здесь у нас есть лечилка. Так, все, погнали. Не погнали. У меня нету жизни. Так, что у нас есть вообще? Зелье выносливости. Вот, зелье скорости. Нет, зелье выносливости надо. Так, ладно. Закончилась выносливость. Назад. Добьем этот кристалл. Так, все окей. Все четко. Так, надо. Сейчас вот этих вот быстро снести. Я не пойму, а где последний? Так, все. А, да? Что мне не нравится это вот мигание. Мне кажется, он сейчас нам пиздюлей отвесит, как возьмет Люцифер и все. Вот просто возьмет и отвесит. Не пожалеет нас, пацан. Я вот реально так думаю. Но я что-то вот вообще Люциферу не доверяю. Он же сатана. Может, он нас наебывает. Ну это ж, блин, это ж как два пальца обоссать. Ладно, 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 ладно. Сундучок. Так, ржавые кинжалы. Сами вы ржавые. Ух, сука, не доверяю я ему. Ух, сука, не доверяю. Наконец-то, свободен. И куда ты... И куда ты съебался, пиздюк несчастный? Беги через портал. А, да? Уи. Меня зовут Люций. Напавшие на тебя воины подчиняются Анат, мстительному алочному демону. Анат мечтает только об одном — абсолютной власти над миром. Мы должны остановить их, прежде чем они нанесут удар. И я не справился в одиночку. Но тебе удалось услышать мой зов. Теперь я могу поддержать тебя своей мудростью и магией. Положись на присущее. Если объединить усилия, у нас проявится надежда. Так, давайте вот это вот. Да ты идишь в душу. Когда Люц так вырвался из заточения, вы переместились в его кабинет, где есть кое-что интересное. Все, понял. Если хотите получить больше награду, так не забывайте наведываться в стол заказов, чтобы получить задание и проходить испытания. Так. Красный портал позволит вам отправиться в набег. Усложненный режим с ограничением количества жизни. Совершая набег, вы постепенно повышаете свой ранг Хеллрайт, свои достижения и получите награду, можно увидеть через меню игры. Все, понял, так. В оружейной поставлен сундук, в который хранится все оружие и снаряжение, добытое вами в ходе приключений. Там же можно полюбоваться собранной коллекцией нового оружия. Так, открытое с каждым рангом Хеллрайт и при прохождении испытаний стола заказов. Так, помните, что вы всегда можете вернуться в Харан с помощью висящих подкастов. Подготовьтесь. И поговорите с Люцифером, он останет вашим проводником и поможет в борьбе с Анит. Все, понял. Так, я вот этот вот скриншот хотел так сделать. Будет красивая превьюшечка. Так, мы можем что-нибудь спиздить у него? Так, не только меня держали в заточении долгие годы. Надо выяснить, что так старается, пытается скрыть. Надеюсь, это не очень, не очередной враг. Бэтмен Натса. Это у нас что? Здесь ничего интересного нету. Говно какое-то. Говно говном. Зайдите в свою оружейную, чего? Там у нас какой-то усиленный. Что это такое? Так,
Разоблачитель. Так, раскройте тайных храм. Тайны храма. Так, вот это вот сделаем вот так. На всякий случай. Так, это у нас выход. А это у нас что такое? Ржавая бритва. 3 штуки. Я вот не верю, что он справился, что он что-то делал. Мне кажется, он просто сидел. Он какой-то лох. Серьезно так. Это у нас для дополнительных заданий, так. Узнайте Тану. Анат! То есть, получается, вот этот вот... Мирайс или что-то там, это новая DLC-шка. Просто коридорная новая DLC-шка. Так, мы пойдем по следу магии, который я... Начнем хорошего знакомого места тебе. Все успели изменить, но будь... Блин. Что-то меня немного уже достала эта прогулка по аду. Повышен уровень Хеллдрайда. Ты что, еще жив? Ну так сдохни. Ты тоже ляж. И ты ляж. Но я хочу увидеть Анну. Поэтому мы будем проходить. Так, ладно. Мы пройдем этот режим. Так, ладно, мне звонят. Да, мам. Я сижу, Тимур уроки делает. Да, он пришел, отдыхал просто. Да, хорошо, зачем? А, понятно. Тетя Даша ко мне приехала, тетя Даша ее привезла, не вытерпела уже, она дома сидеть. Угу. Много ты за рулем до дома доедешь? Да, доеду. Все, без проблем. Да, ага, телефон здесь оставь, чтобы никому подкуда никуда не звонила, отвезешь меня спать, а завтра утром встану. Ты у тетя Наташи или в Рыбном? Нет, наоборот, Наташа к нам пришла. Все, понял. Ее тетя Даша привезла, и мы хотим прыгнуть, я сейчас не буду, что позвоню, предупрежу сюда. Угу. Сама да, мамуль, понял, все, приеду без проблем. Спасибо. Давай, я тебя тоже. Давай. Угу. Давай. Так, мне тут позвонили, мне надо было кое-что вырезать, а сейчас продолжим проходить. Почему я так громко говорю, блин? Я стараюсь громко и четче говорить для вас, потому что у меня иногда кажется, что мне голос вот... Ну, как вам объяснить? Немножечко, типа, не очень. Не очень, не очень. Я еще стараюсь сделать так, чтобы вам было интересно проходить. Но пока мало опыта. Но со временем контент будет улучшаться. Еще я потихоньку хочу улучшить качество своих роликов. Я думаю, это пригодится. Ты совсем близко. К чему, блядь, близко? Ты, блядь, можешь поконкретнее говорить? Ты близко, близко. Все, сидит там, сука, черт позорный. В натуре он, черт же позорный. А я ходить здесь опиздиться, да? А он там сидит у себя в монастыре. Я тебя понимаю, почему тебя баба победила. Шорт позорный, блин. И почему у меня только черт позорный командует? Так, сила у нас уже бешеная какая-то. Так, это что у нас такое? Мощный удар, ладно, это что? Бросай во врагов оружие, так. Разить метательным оружием до 3 врагов за один раз. В смысле, удерживайте скрим для прицеливания, отпустите... Для броска. Для смены нажмите. Не понял, это как? А, в троих сразу так говорите, блин. Давайте пока мы откроем мощный удар. При зажиме он, да, вроде бы действует. Ух, он полвыносливости жрет. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот ты что, сука, делаешь-то, а? Какой ты наглый мудозвон, несчастный, сука, чтоб тебя в аду черти драли. Скелет несчастный. Слышь, ты ведьма недоделанная. Как они меня все здесь бесят-то, а? Швыряются чем-то, охренели.
охренели вообще в доску. Так, мне вниз идти. Урю. Ага. Она запечатала чего-то там, кого-то там. Лазер магической печати. Что же она прячет? Или кого? Ну-ка. Где мой уникальный перк? Так вам, мудозвоны. Один хрен я тебя разнесу. Блин, ну как мне вот эти крики не нравятся? Как они напрягают, а? А я могу сюда спрыгнуть? Или не могу? Или не могу? Так, видишь, за решеткой лежит скелет. Он должен быть туда, как-то туда попасть. Ну ясен хрень. А, мы вы... Это вода? Понятно. Ну ясен хрень, он как-то попал. Так, чё, можешь коснуться ларца, тебя защитит мои силы. Третий ларец. Что это такое? Мне страшно. Какие... Ай, твою мать! Я попробую развеять их, пока ты ищешь остальные ларцы. Сука, я искать должен, а он будет развеивать. Да, я знаю, как он будет развеивать. Письку сидеть там, терепить. Черт несчастный. Мне бы сейчас ловкость прокачать немножко. А у меня же есть блок? Или блока нет? Почему у меня блока нет? У меня нет блока, это грустно. Зелье выносливости. О, головолом. Это отлично. Так, давайте мы сейчас сразу разберем сломанные вещи. Так, ладно. Так, и головолом возьмем. Охренели. Летят, сука, как понос. Какое мне сейчас зелье стоит? Зелье выносливости, отлично. То, что нужно против этих мудозвонов, это зелье. Он от этого дети бежит, да? Судя по всему. Ну да, ты отстал еще. Ой, как любезно с вашей стороны дверь мне открыли. Фу, блин. Тьфу на тебя, мудозвон. Вот еще один пиздюк. Нормально живем. Хрень какая-то. Тьфу, говно. А кто здесь, кто закрыл дверь? Узнайте Танну Анат. Почему он не написал, что у меня инвентарь заполнен? Так, зловещий скипетр. Тебя мы разберем. Это оставим пока еще. Она вообще охуела, шаулинем себя возомнила. Так, ладно.
скелетов, но победить не вариант. Ой, опять мудозвон со щитом. Так, ладно, я пока миссию обойду. Пока миссию обыщу. Зелье выносливости, отлично. Так, здесь у нас есть, здесь зелье выносливости. А кто ты подошел? Ай! Некрасиво делаешь. Утко-зел такой, утко-зелок, однако. Козерог несчастный. Пацаны, я вам отвечаю, это козерог. Только козероги такие мудаки. Да ладно, козерог знак хороший, не принимайте близко к сердцу. Это так просто. Шутку было сказано так. Зелье хила. Интересно, если козерог хоть один посмотрит, будет обидно. Если не посмотрит. Так, вставайте ему до звона. Так, нормально все. Нормально. Ты уже близко, осмотрись. Ты заебал, ты каждый раз это говоришь, штука, что я близко, уже сам там сидишь, дрочишь и ржешь надо мной, наверное, угораешь. Черт ты, сука, несчастный. Так, а, я здесь, я вспомнил, я здесь я был, я вот отсюда вас забегал. Так, ладно, ну мы что-нибудь еще повторно поклали. Так, теперь я сюда не могу зайти. Здесь оружие нельзя чинить, это бежал. Так, я ощущаю, что за этой стеной скрыта печать. Видимо, здесь был портал. Потайной проход. И на что ты сейчас мне намекаешь? Что я тебе должен сделать? Там я уже все активировал. Здесь я не пролезу. Тихо, тихо, тихо. Не быкуй. Зато оружие ломаем просто, ясно, понятно. А! Сука. А чё я так затупил-то, а? Ой-ой-ой. Это что такое? А, второй лазарет. Так, ладно, есть целые. Есть целые, целые, есть. Пьем зелье выносливости. Бежим, 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 пьем. Так, нужно хилку использовать. Сука, 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 сука. Так, наверху мне с ними полегче разобраться будет. Там вон бежит. Так, кто там опять кидался? А не, это эпично было. Это было красиво. Я даже не знаю, он просто очканул меня. Вот такой авторитет и силы. Вот ты, блядь, опять этот мотозвон. Так, ладно, понял. А где для силы? Пьем. В принципе, его тупости можно только позавидовать. Как они меня доведут скоро до инсульта. Так, ладно. Навыки мы качнули ловкость.
Вот, по-моему, прыжок через. Да, вот это вот мне нужно. Так, ну-ка, наверх надо пробежаться, посмотреть. Если из них лут выпал этими... Да, вот пачками надо пособирать. Так, сейчас еще второй нужно будет найти, так. Второй найдем, и все, зашибить будет. Так, вот, зелье выносливости нашли. Вот это вот зелье нужные. Вот эти монетки, я не понимаю, нахрен они нужны. Но, видимо, судя по всему, я могу что-то купить за монетки у него. Как я понимаю. Либо я не понимаю, либо я правильно понимаю. Так, 78 с него. Во, хилочки, хилочки, хилочки тоже вот важная что. Штука. Чтоб не вставали. А то погляди на них, какие буйные нынче зомби. Клинок, опять глиняная херня, опять очередная. Так, ладно, мы скоро 11 уровень тоже качнем. А ты чё не упал? Всем лежать бояться. Так, сундучок. Пусто. Ах вы, суки. Пусто, значит, да. Чтоб вам пусто было. Так, давайте пойдем дальше, пойдем дальше, пойдем дальше. Глиняный клинок, блин, с ним сражаться себе дороже выйдет. Так. Так, ладно, если был уже. Значит, вот сюда. Что такое умный вылезть решила? Двое умных, блядь, вылезли здесь. Тоже мне. Козлы несчастные. Так. Так что? Уже рядом, да ну нахуй. Так, а это что такое? Улучшающие фляги. Зелье выносливости. Так, это здесь. Ару пульс все сильнее. Скоро мы разобьем. Скоро мы разоберемся, что к чему. Что случилось? Я ощущаю скрытое, чего быть проклята она. Так, вот этого мудозона на сразу. Так, теперь тебя. Так, разведем. Ай, ай-яй-яй. Еще и ядовитый появился. Так, сваливаем потихоньку. Перепрыгиваем. Ай, он сломался. Во. Боевой молот. 1000 урона. 900. Так, ну будем драться с этим, значит. Ладно, 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 ладно. Аптечку, аптечку, пацаны, аптечку, пацаны, аптечку. Аптечку родненькую.
Да ты ж задолбал, кислотный. Как-то не прикольно бить серии из одного удара. Это вообще не прикольно, когда ты бьешь, блин, так много. Так, он у нас тоже, да, сломался, блин, видишь, скиптер сломался, головолом тоже сломался. Давай, иди сюда. Так, мужик с мужиком побазарим. Да ты что, ну ты что делаешь, ну вставай. Родненький, миленький, вставай, мой. Так, у нас что там по деле стоит? Деле скорости, деле силы. Хера, здесь, конечно, замесы веселые, однако. Ух, кто меня так отбросил-то, а? Хил пьем. Нотбэк, хил. Ай, ну как ты меня в воздухе-то сбил, козел? Ты объясни, как ты меня в воздухе-то поймал? По одному. Да как ты бесишь-то, а? Ну да звон ты несчастный. Так, ладно, выбираемся туда вот так. Пока мы избавимся от быстрых. И от овощей всяких мешающихся. Там у нас еще один овощ. А вы что, так и будете лезть? Я ни хрена не пойму. Откуда же вы такие взялись-то? Два щитоносца, зашибись. Так, ладно. Так, они что, их сделают? Тот... Так, почему? Надо что? Так, узнайте Тану, что он, блин, сказал? Проведите ритуал. Вот, наконец-то скипетр. Ой, еще один скипетр, то, что нужно. Так, мы вот так пока не сделаем. Медленное оружие — это такая херня, пацаны. Здесь только на скипетрах нужно все проходить. Для боссов клинки посильнее. Давайте головоломбу тоже берем. Головоломба тоже вещь неплохая.
Скипетры и головолом — это вот то, что надо. Во, вообще топовый головолом. О, целительное зелье. Вот они меня побег заставили, то, что у меня головолом кончился. Не кончился бы он мне так. Проведите ритуал. Какой ритуал? Ахат. Так, Ахат, Рахет, Нем. И что это за ритуал? Вау! Вау! Это же, клянусь, Цифером мне знакомо этот лук. Анат хотела, нет, это просто немыслимо. О нет! Они приближаются. И чё? Я думал, он прям сваншотит, прям такой. А, да? Понял. Понял, принял. Нам типа вот здесь вот так надо сразу. Здесь есть? А, да, есть прицеленный огонь. Всё, 400, зашибись. Так, там пропасть у нас бескрайняя. Так, убейте врагов. Нормально, пока мы живем. Пока мы здесь, еще один. Им нельзя в кучу давать собраться. Вот он, скелеты. Пошли. С одного фланга, теперь бежим на другой фланг. Он нравится, мудозвон? Костяной мудозвонище. А куда второй ушел? Так, что там у нас? Зловещий скипетр тоже нормально. Так, ну покамись. Ага, вот он. Уйди, 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 уйди. Уйди. Так, ладно, хил выпьем. Не был скелета, нет скелета. Возвращайся ко мне. Сбеги через портал. Нахрен надо это место, как оно мне выбесило. Так что это за лук-то? Мой разум играет со мной. Я видел, как скверна Ваала распространяется по миру. Его мир сокрушило государство, сия смерть и разрушение. И их возглавляла Анат. Она пыталась воскресить его, мой друг. Если Ваала вернется, мы обречены. Мы должны помешать ей. Сорвать ритуал. Мы не имеем права мешкать. Пройти через портал. А с собой вообще можно поговорить? Ты мне можешь дать что-нибудь? Здесь задание, так. Здесь задание на выживание. Здесь у нас что? Здесь у нас дорога в Харан. Так, зайдите в оружейное, это оружие предназначено не для боя, так. Сундук с оружием. Не понял. А, наличный, так. А что это вообще делает?
Тьфу, блядь. Ой, ладно, навыки. О, бой опять апнулся. Так, это у нас что так? Набирайте очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. Чем больше убийств, тем больше усилений. Звучит заманчиво. Так, Халдран у нас какой уровень уже? Монеты. Блин, что, зачем монеты здесь нужны? Награда за следующий ранг. Сострадание. Крестоносца. Меч головоломный 590. Меч разбойника. Так, понял. Скипидар — это наши награды, значит. Награды за ранги, так. Предметы в наличии, так. Улучшение 0 из 1. А я что еще могу улучшать? Ну-ка, допустим, меч. F6 улучшение. Ладно, не могу. Пока месь. Дадите свое оружие, это оружие предназначено не для боя. Уи. Так, что у нас по времени записи? По времени записи уже час, ёшкин кот. Спасибо за просмотр. Ждем очередного выпуска Данлайта. Он выйдет скоро или же завтра. Большое спасибо вам всем. Here we go.